созданная по мотивам ролевой сетевой игры. Существует некий город государства Торн, жители которого обладают магической силой. Среди них выделяют рыцарей, зверолюдей, жрецов, волшебников, фей и тому подобное. Жители защищают свои владения и борются с монстрами, боссами. Однажды юному самураю дали задание найти призрака в лесу на окраине, как прошел его первый и последний бой. Кто здесь? Ну попробуй отгадать, если тебя это еще волнует. На что ты готов пойти ради меня? Я выполню любой твой каприз. А помнишь, кто послал тебя сюда? Конечно, мой сенсей. Только вот я не смог выполнить его поручение и найти монстра. И правда ведь, как же ты тут оказалась, совсем одна? Неужели не слышала слухов и не боишься попасть к нему? Или тебя послала твоего жертва твоя деревня? Да как они посмели? Ничего, не бойся. Теперь у тебя есть я. И я тебя защищу, чего бы мне это ни стоило. Тише, любовь моя. Я знаю, что ты найдешь этого зверя и спасешь меня. Ты нашел меня, милый.